19 апреля с экскурсией Казанский федеральный университет посетили школьники из Лисичанска, которые на данный момент обучаются в университетской школе при Елабужском институте Казанского университета. Вначале для ребят провели экскурсию по музею истории Казанского федерального университета. Их привезли для более глубокого знакомства с институтом, с университетом нашим, да, с факультетами, с музеями и со зданием вообще в принципе, потому что это 11 классы, которые в дальнейшем уже планируют поступать также в наш университет. Нам очень понравилось, очень красивое здание, экскурсия тоже интересная, экскурсоводы интересно рассказывают, ну интересно прям слушать. Далее у гостей прошла встреча с заместителем ответственного секретаря приемной комиссии Лилией Яруллиной, которая обсудила с абитуриентами вопросы поступления в Казанский федеральный университет. Также школьники поделились своими переживаниями, касающимися сдачи единого государственного экзамена. Лилия Яруллина рассказала старшеклассникам о том, какие направления есть в университете, ведь среди ребят есть те, кто уже решил, в какой институт Казанского университета он хочет поступить. Следуя из экскурсии, я понял, что Казанский университет очень богат своей историей. Он очень высокого уровня, и поэтому мне здесь заинтересовало направление экономическое. И, в принципе, сюда поступать очень хорошо, и мне нравится здесь. После школьники отправились на прогулку по Казани, посмотрели архитектуру зданий, прошлись по улицам, где расположены здания Казанского федерального университета. Также для ребят провели экскурсию по Казанскому Кремлю. Очень интересно, это большой город. Я два раза всего лишь был в больших городах, вот это вот мой второй раз. Очень интересно, тут красивая архитектура. Интересные здания, вот исторические всякие памятники. Кремль очень красивый, тоже первый раз в своей жизни увидел такое. Есть очень большое желание остаться в этом городе, продолжить учебу в Казанском федеральном институте и строить здесь свое дальнейшее будущее. Во время прогулки по улицам столицы Татарстана гости нагуляли аппетит, поэтому следующей остановкой школьников стал ужин в известной столовой Института физики. Покормили нас очень хорошо, очень вкусно. Экскурсия вообще классная, нам показали Казань. Нам очень сильно всем понравилось. Спасибо за такую возможность. Закончился день гала-концертом в честь ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2023», где ребята посмотрели яркие выступления студентов Казанского университета. Мы видели Елабужский КФУ, как выступал. Мне очень понравилось. Было много классных сценок, музыки. Мы даже подпевали, смотрели. Видели выступление нашего Елабужского КФУ в нашем Елабужском КФУ. И теперь мы очень обрадовались, когда они приехали именно сюда, на студ весну, потому что мы ими гордимся. Они молодцы, мы очень рады за это. Ожидания оправдались, нам было интересно, весело и очень классно. Отметим, что Казанский федеральный университет имеет давние партнерские отношения с Лисичанском. Так из университета была отправлена не одна фура с гуманитарным грузом. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.